Приветствую вас, дорогие друзья! С вами я, Анастасия Час. Сегодня 26 августа, пятница, и это очередной обзор по основным валютным парам. На экране у нас пара фунт-доллар. И что я могу сегодня сказать по поводу этой пары? Значит, недельный тренд у нас восходящий, а дневной тренд у нас сегодня нисходящий. Но пока что, видите, после открытия мы идем вверх. Мы пришли вверх, мы протестировали эту линию недельную. Вот, видите, прямо тютелька в тютельку мы в нее уперлись, скажем так. И здесь же находится разворотная линия дня. Это вот у меня свои, скажем так, я провожу свои линии. Это у меня дневные, которые показывают, что тренд у нас дневной вниз. Так что вполне я допускаю, что вот отсюда, ну, мы, то есть мы выше не пойдем. Может быть, чуть-чуть еще там можем пойти выше, тут протестировать где-то 1.323.35, где-то вот так вот мы можем сюда. И отсюда пойдем вниз, потому что цель у нас вот где. Ну, значит, вот смотрите, 1.316.12, ну и ниже где-то вот. И, как правило, оно всегда как прошивает, скажем так, пробивает еще 1.315.50, вот где-то цель здесь. Ну, при пробое, конечно, закрепления мы придем еще раз вот тестировать, здесь же линия месячная и недельная линия. И, как я вам говорила, смотрите, пересечение на месяцах, уже пересечение, и либо даже уже в начале, ой, в конце вот этого месяца, либо в следующий месяц однозначно мы пойдем вверх. Ну, как всегда, сначала может быть откат вниз немножечко, и дальше поход вверх. Поэтому следующий месяц, я думаю, с уверенностью почти там 100%, 99,9%, мы пойдем вверх. То есть тренд сменится на восходящий. Если уже как бы не сменился, как, потому что это может быть чуть-чуть с опозданием. Хотя посмотрим. Но тренд будет восходящий на месяцах. Вот что я могу сегодня сказать по поводу пары фунт-доллар. Я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Я буду очень признательна, и люди вам тоже будут признательны. Ну и до встречи в понедельник в следующем видеообзоре. Пока-пока!